Проститься с летчиком морской авиации старшим лейтенантом Михаилом Фатьяновым пришли родные и близкие, сослуживцы, представители городской власти. Он погиб, выполняя боевые задачи в ходе специальной операции на Украине. Те, кто хорошо знал Михаила, рассказывают, что он был очень ответственным, на него всегда можно было положиться. Героический погиб. По собственному желанию поехал в передовой команде. Был сбит. Родные и близкие вспоминают, прадед Михаила прошел всю Великую Отечественную войну, оставался в строю, несмотря на многочисленные ранения, был награжден несколькими орденами славы, орденом Красного Знамени. Следуя примеру героического предка, Михаил сначала пошел в армию, а потом стал контрактником и отправился на передовую. Пусть будет авторитетом наша Красная Армия. Пусть будут авторитетом, как всегда в нашей стране были защитники Отечества. Нет высшей славы, чем жизнь положить, люди, за други своя. Старший лейтенант Михаил Фатьянов имеет ведомственные награды. Указом президента Российской Федерации представлен государственной награде «Орден мужества». Михаилу было 32 года, у него остались родители и младшая сестра. Погибшего похоронили на Смышляевском кладбище.